Компания «Нина» занималась сдачей в аренду нежилых помещений. Налоги на землю платили исправно. Но несколько лет назад все изменилось. Имущество фирме теперь не принадлежит. Долг перевалил за 4 миллиона рублей. Организация 3 года была в суде за вот эти вот помещения. Я там письмо предоставила, там все подробно расписано. Помощь физическим и юридическим лицам оказывают сотрудники теруправления и налоговой инспекции. Работа с должниками – одна из важнейших задач. На заседании межведомственной комиссии пригласили 22 неплательщика. Общая сумма задолженности – почти 47 миллионов рублей. Хочу сказать, что в период подготовки к нашему сегодняшнему заседанию 4 должника полностью погасили или частично 3,6 миллионов рублей. В 2023 году комиссия собиралась 7 раз. Подготовили и отправили 382 информационных письма. Это принесло свои плоды. В бюджет Московской области поступило 411 миллионов рублей. По результатам комиссии традиционно самое большое количество отработанных должников у Одинцова, ну, соответственно, и поступление, и погашение задолженности почти 80 миллионов Одинцова. На втором месте Кубинка 62 миллиона, Барвиха 53 миллиона, Назарьевская 34 миллиона, Новоивановская 5 место 34 миллиона. Следующее заседание межведомственной комиссии пройдет уже в следующем году. Карина Яряшева, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».